goes George. That's a confirmation. Instantly switches to the 16. Really could be. Let's see if they go to the engagement. Seeing his score. Oh, big shot. И пошла хаешка, минус 6 поинтов. Близко, но попадание, нет, но только сейчас все. Делают уже ног. Это, пожалуйста, работает HZL. Ответный, ответочка прилетает. Есть шансы сейчас у Пролорда, надеюсь, его не доберут. Буквально лоу хп сейчас составляет еще одного представителя команды. Но сразу же идет у нас ног. PRZ не справляется. Добив. Также добивает у нас Пролорда, друзья. И тут уже будет намного сложнее выпутаться. 3 в 2, 3 в 2 остаются коллективы. Амбра горит. Индекс. Греет еще хаешку. Там не подняли пока своего тиммейта нововцы. Обмен у нас идет хаешками. И посмотри, да, насколько точный бросок. Еще один ног. И, собственно, на ногах остается только один игрок из Амбра. Он сидит сейчас в доме на втором этаже. Чекает его внимательно X-Fan. Не дает ему как-то выйти, пробраться к своим нокнутым игрокам. Вот тебе, пожалуйста, тройной сплит экрана. Потрясающая возможность увидеть, как здесь максимально все точно происходит. Но здесь быстрое добивание, да, и ребята очень, отправляются очень у нас быстро. На 15-ю еще строчку. Одна команда. Если встретить Wildcard, идет прострел. Также сюда въезжают у нас Pittsburgh Knights. Да, остатки Dream Eaters загораются в килл-чате, к сожалению. Версит Меку, за ним адвокат, и сразу же потеря. К сожалению, потеря. Ничего страшного, ребятушки, не расстраиваемся. Это только первая пристрелочная игра на Ирангеле. Жеребьевочка. С игроками у C9 там нокаут. Адер с хаешки, еще один игрок, да? Вот так вот. Ну что, пара, сможешь ли ты справиться в меньшинстве? Пока что идет еще небольшой размен. Вайкарды даже немного пострадали. Он остался буквально один, двое ног на их. Возможно, еще сможет поднять Беовульфа и Адера, но не сейчас. Пока что Эйсер все-таки добивает, а это топ-5 для Клоунайнов. Вот это неожиданность. Да, да. Возможно, будет откидываться, и это коктейль Молотова сразу Мика на размен выходит, он начинает расстреливать! Больно-то как сейчас падают, но-ка это одного, он там адвокат стоит за стеной, но не смог расстрелять, и отпустить никак, Мекку до половины здоровья остается. Тяжелая ситуация, адвоката настреливает, его тоже нокают Мекку. Мекку сейчас нужно делать игру для своей команды в соло буквально, но не получается ничего сделать, его тоже нокают. Большие проблемы у Dream Eaters, и сейчас, возможно, будем видеть, как это все дело происходило для того, чтобы освежить нашу память. И вот, перестрелка с футболистами, команда Dream Eaters, что же с вами там произошло? И в нижней части карты у нас имеется Мати, который меняет свою позицию. Адвоката будут вначале не оговориться. А пока они на пауэр... Акзер, ну вы посмотрите, что за казахстанская машина у нас находится. Немного левее 24-й циферки. Отличную позицию занимает. Правда, пока 0 ПТС, но... Тигзи, держись за всех сил. Знаете, почему его нельзя, не надо заправлять? Потому что это машина на Канине Пауэр. Лупцы все-таки проигрывают перестрелку, не выигрывают ее. Ну ничего, Канина Пауэр, ребята, просто большие красавчики. Я не знаю, как вам это удалось, но в топ-2 вы залетели абсолютно заслуженно. Завершили, как, да, получается, четвертыми они завершили. Они смогли 11 игроков положить в этом раунде, на этой карте. И поэтому 19 ПТС у них, все прекрасно. И Лупс 26 ПТС. Футболисты в этот раз... Всего 5 ПТСов. Ну что ж, бывает и такое. Казино разгружается Рабдини. Получает прострел Рабдини в ноги. Акцер, попадание по... Ему, слава богу, нет. Рейн прикрыл своих напарников. Но здесь же у нас включается Сансон. И сразу же идет доработка. Это минус Канина Пауэр на 15 строчки, друзья. Это жаль. Было очень неожиданно. Очень жаль. Хорошая попытка запушить темповцев. Но темповцы все-таки сыграли безупречно. Дримы сидят на краю зоны. Неплохая позиция у Меку. И адвоката. Меку с левого фланга. Адвокат с правого фланга. Анализ. Прострел. Попадание было по адвокату. Но по матику, все, Frozen подъезжает, пуш от Team Unique. Начинают ребята использовать численное преимущество и окружают, выходит сейчас на адвоката один из представителей, это Frozen, молодой, сразу же отыгрыш с Узи, быстрое добивание от анализа по матику, ну и Меку дает противостояние и ног с хаешки. Да, Меку остается один, Frozen ушел на отхил, еще один ног, что творит Меку? Один против всех, сейчас четыре представителя по-прежнему находятся в матче, несмотря на то, что были сделаны ноки, но...
преимущество по времени, к сожалению, потеряно, и сейчас ребята снова начнут втроем на него прессинговать. Непростая ситуация у Меку, и, конечно же, я слабо верю, что у него что-то получится, но, возможно, он испортит жизнь Юникам и заберет еще плюс один ПТС для своей команды. Нет, у него это сделать не получается. Frozen Full Т3. Последний игрок. Сват 69 у нас отлетает, да? В лобби, это топ 4. Отлично справились на двоих с Team Quest. Team Unique подсаппортил. Lightning забирает у нас лики. И это топ 2 сейчас на наших экранах. Team Unique выходит на топ 2. И неплохая позиция должна сейчас решить все для этой команды. Да, кто заберет 7 киллов, тем не менее, у команды Team Quest. Скоро узнаем, сколько у Team Unique. Широкий сплит 3 в 1 сейчас создает у нас снова Lightning. И Nemphis сейчас будет реализовываться. А пока что Акселя у нас забирает анализ. Сразу Nemphis его здесь подстраховывает. Забираем ног Мистика. Nemphis просто лучший. Анализ, еще один ног. Ну, последний игрок. Давайте, ребяточки, дожимайте без потерь. Пожалуйста, мы вас верим. От первого лица переключается анализ. Выходит и... Скорее всего, будет добивание, да, и это огромный буст по киллам. Перевалили за 10 ПТС сейчас. Team Unique — самый жаркий топ-1 из последних, как минимум, двух карт, друзья. Team Unique просто отлично отыграли. Что я тебе говорил? Что я тебе говорил перед этой игрой? Миромар, что... это да. Да. Что Миромар будет за Team Unique, я, собственно говоря, не тыкал пальцем в небо. Я надеялся на это. Понятно, что я не мог на 100% это гарантировать, но мне... Провалились в этой таблице, конечно, коллектив Loops, но, тем не менее, я думаю, что они неоднократно еще вернутся. Ну и здесь, опять же, да, хочется отметить, что только лишь наш коллектив Team Unique смогли сделать такое количество киллов. Если сравнивать с другими матчами, то там разница была значительно отличающаяся. SWAT 69 на 4-й позиции. Ну и переходим в нижнюю часть таблицы. Cloud9 на 9-й позиции. Тоже молодцы бразильцы тут. UDR Killers, 14 ПТС в Cloud9. Стоит их отметить, потому что это лучшая, наверное, их партия за сегодня. Четвертое место они заняли, было довольно достойно. И вот Unique, Canina Power, ну, восьмерку попали, уже хорошо. Ну, слушай, безумно рад видеть в первой восьмерке как и Cloud9, так и состав Team Unique вместе с Canina Power. Порадовали новые спорты, забирая пятую строчку для себя. Team Umbra немножечко не дожали, располагаются на 9-й позиции, но забрали для себя 4 ПТС. Просто пуш от Альфы вплотную, но сразу отрабатывает Матик. Отлично закрывает у нас, но Кайта находит Версита. Матик добивает сразу же Кайта, и это топ-4 отправляет туда фрагов. А, жестко. Это отправили валдкарды. Я извиняюсь, как раз таки Альфу нужно забирать. А Есара забирает сейчас представитель. Матик сразу же добирает у нас Кайта и Олдмана туда же. И это топ-2. Дримуэтесы против Дримы валдкарда. Дримы просто красавчики. Но я хотел бы отметить, что если бы они поработали по валдкардам хотя бы метательным каким-то оружием, да, коктейлями Молотова или хаешками во время того, как валдкарды пушили другой состав, то, возможно, у них... Был бы уже топ-1 прямо сейчас, сию секунду. Да, но ты посмотри, все внимание было против Альфы, которые в наглую просто въехали в эту башню магов, но тем не менее за счет хорошего сплита ребята выжили. Дримы просто красавчики, не вытащили их оппоненты. Ну и посмотри, что происходит, уайлдкарды занимаются тем, что я больше всего не люблю. Полеживанием, так скажем. Ну опять же, смотри, во-первых, у них небольшой хайграундик. Но второй этаж контрит сейчас. Вот как раз Кематик залез на крышу. А что он творит обычно с крыши?
полнейший разнос своих оппонентов. Сейчас мы, конечно же, возможно, смотрим, это увидим. Смотрим и верим. Напряжение возрастает. Надо, конечно, решать сейчас Дримам в свою пользу этот последний бой на сегодня. Да, а также... Выдавливает. Посмотри, Уайлдкардов выдавливает зоны. И первый ног. Матик, красавчик. Надо добивать. Это топовый игрок, и он с этим справляется. Отличная работа сейчас от Матика. Забрал просто лидера команды. Уайлдкард сейчас может очень сильно посыпаться. Слики также отлетает ног. Быстрое добивание лучший. От Матика. Просто лучшие, красавчики. Спринг остается на левом фланге. Так, Мёрфи должен прикрыть Меку, должен сейчас закручивать по левую сторону, прикрывать ее. Сэм, к сожалению, Меку нокает, не успел справиться. Мёрфи также отлетает нок от Сприна. Поторопились Дримы на последнем этапе. Конечно, обнаружить Спринга, похоже, по Спрингу нет еще полной информации у ребят. Ой, главное, чтобы сейчас Хаешка не наделал глупости. Продолжает сейчас зажимать. Тем не менее, не хватило буквально одной пульки доработать. Знает, что он за деревом. Выйди, адвокат, просто доработай. Ну, а пока что Сэм имеет все-таки интересную позицию. Меку хорош. Забирает. Ну и все, тут уже дело техники. Есть контакт. Я тебя просто поздравляю. Топ-1. Dream Eaters. Ну, наконец-то. И вот тебе, пожалуйста, prediction Алексея Медика. Сработал сейчас в копилочку СНГ. Фу, друзья, слушай, было очень жарко. Позиция 48 очков, отрыв от первого-второго места уже достаточно такой существенный. Чувствуется, но не такой большой между третьей и четвертой строчкой, где у нас располагается команда Team Unique. Да, абсолютно верно. Team Unique буквально 2 очка отставания от третьего места. Переходим в нижнюю часть турнирной таблицы. Команда Cloud9 вместе с Адером занимает 12-ю строчку с 29 очками. Следом идет Canina Power, 28 очков. Посмотри, большая достаточно плотность.